Николай, давай закурим, Николай, давай. Да. Здравствуйте, Олег Костинович. У меня растет абрикос, выращенный с косточки, привезенной от вас Серковым Сергеем. Да, был у меня Серков Сергей. Уникальный человек. Уникальный. Все дружбой я горжусь. К сожалению, произошла пересорта, сорт неизвестен. Можете ли хотя бы ориентироваться под какой-то сорт? В прошлом году созрела одна штука, а в этом году реально фото. Вроде бы подарок мне, раз это, косточка от меня. В конце концов, первоисточник – это железо. Но, тем не менее, я вынужден обратить на это внимание, это очень важно. Урожай на фото, абрикосы мелкие, до 10 грамм, сладкие, очень сочные. Опылитель – местный абрикос, созрело примерно 250 штук. С уважением, по лекту Николай Александрович. Абрикос растет 50 метров от города Вологды. Следующее письмо. Вложено фото моего абрикоса, выращенного из вашей косточки. Но фото дерева 1, 2, 3 немного не соответствует цветопередаче. Настоящий цвет плодов даже поярче, покраснее, чем в корзине. Фото 4. На фото 5 плоды от местного абрикоса-опылителя. Покрупнее, но менее сладкий и сочный. Жду вашего ответа. Коллектор Николай. Ну, что я скажу? Ну, среди вас есть и новички, среди вас есть ветераны. Вы видите, это китайского слива. Вот, он вырастил с косточки китайского слива. Это тоже успех. К тому же ему нравится все. Видите? Вот, ему нравится вкус. Ну, там не буду я второй раз цитировать. Но это слива, дорогой гражданин Полайт. Вот. Это слива. Она тоже нужна. Вологда – это тоже не подарок климат. Посажено, пожалуй, никаких тебе этих самых штамбов дурацких. Вот как интересно меня слушает это, когда ее штамбы у Ольги Исаковой. Я почему все время вспоминаю? Не извинилась ведь. Уже давно понятно, что все, что она говорила, это опасно. Все, что я говорил, это спасение деревьев. Но, тем не менее, вызвало, именно мои советы вызвали страшную злобу. А когда я вижу вот такое, ну, спасибо, не отрезали нижние ветки. Спасибо, посадили на холм. Вот. Ну, вот видите. Ну, что я скажу. Созрели абрикосы. Не южные, 10-15 грамм, аромат бесподобный. Эх, друг Полектор. Слива это. А вот здесь, допустим, это его как бы кура получилось. Абрикосы выросли самые настоящие с косточки от ВК. Да. Вот тут я гляжу, да? То, что я выше видел, про желтое видел. Вот. Тут уж головное отсечение, слива. И вдруг вы преподносите такой последовательность, вот этот снимок. Слива. Все-таки слива. Иначе я совсем ни на что не гожусь. Ну, так бывает.